Почти каждый человек находит применение своим умениям в этом мире, а наш мир постоянно меняется. Но несмотря на это, я точно представляю свое будущее через 10 лет. Моим основным занятием будет работа психологом, а дополнительный заработок будет фотография. Я самодостаточный и уверенный в себе человек. И, конечно же, у меня будет крепкая семья, ведь без нее никак.